Здравствуйте, меня зовут Екатерина Хазард. Я участвую в проекте Zero One Fighting Girls. Моим тренером является Синди Би. Я из Белоруссии, город Гомель. Мне 24 года. Несмотря на дневную работу и маленького ребенка, я нахожу время для тренировок. Моя цель – добиться успеха и международного признания в профессиональном рестлинге. Помните?